На очередном заседании ученого совета Кумертауского филиала Оренбургского госуниверситета подвели итоги за прошлый учебный год. Они значительные. Это участие и победы на молодежных форумах, конкурсах, соревнованиях, таких как региональный образовательный форум «Смарт-Тау», форум Приволжского федерального округа «Иволга», второй международный фестиваль «Студенческая весна» стран БРИКС и ШОС в секции «Молодежное предпринимательство», форум «Территория смыслов» на Клязьме, чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, фестиваль «Студенческая осень», конкурс творчества молодых и другие. И все это стало возможно благодаря активной работе студентов и преподавателей. Наиболее отличившиеся отмечены на разных уровнях. Так, на торжественном мероприятии поздравления принимал заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий Сергей Федоров. Ему присуждена ученая степень кандидата наук. В рамках форума «Уралстроиндустрия» проект, разработанный на кафедре городского строительства и хозяйства, удостоен кубка и диплома второго степени в номинации «Профессиональное образование в строительстве». Награда вручена исполняющему обязанности заведующего кафедрой Ольге Рахимовой. За выдающиеся способности в учебной и научной деятельности студент филиала Никита Козлюк удостоен стипендии правительства Российской Федерации в размере 5000 рублей в месяц. Именную стипендию ученого совета Кумертауского филиала Оренбургского госуниверситета в размере 3000 рублей будут получать студенты, отличившиеся в учебной и научной работе, культурно-массовой и общественной деятельности, в спорте. Ребята прошли конкурсный отбор среди всего студенчества нашего филиала и получили такое достойное право быть отмеченными и получать в течение всего года вот такую замечательную материальную поддержку и продолжить свое участие в различных творческих, спортивных, научных мероприятиях. Среди награжденных Денис Назаров. Денис является капитаном команды КВН по ГОСТу, ставший победителем турнира на Кубок ректора АГУ. Главный актер театральной студии филиала, занявший первые и вторые места в фестивале творчества молодых, солист танцевальной студии. Если честно, это неожиданная информация для меня была, когда мне сказали, что будут награждать сертификатом на стипендию ученого совета. Я немножко растерялся, но потом мне объяснили, за какие заслуги будут награждать. И да, это для меня, наверное, большая ответственность, то, что я являюсь капитаном команды КВН и хочу дальше, наверное, развивать. На церемонию награждения приглашены и родители студентов. Ректор филиала, доктор педагогических наук, профессор Валерий Онищенко поблагодарил каждого из них за достойное воспитание детей. Я чувствую восхищение. Во-первых, АГУ – замечательный филиал, который воспитывает и дает возможность детям проявить себя. Ну, мы вместе с мужем, с Назаром Минерзинатовичем, воспитали замечательного ребенка, который проявил себя. Вместе с родителями награду получал и Семен Власов. В 2015-м он стал победителем регионального этапа чемпионата России профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и был удостоен диплома и медали. Из нашего филиала выезжал первый на соревнования WorldSkills по автомобилям и автомобильному хозяйству от кафедры, от нашей, от УГУ. Ответственность после вот этого мероприятия, конечно, очень большая теперь у меня. Вот сейчас будет дальнейшая, наверное, опять поездка в Оренбург туда же для этого же соревнования. Персональной стипендии удостоена и Татьяна Харитонова. Она выиграла грант в размере 30 и 100 тысяч рублей на реализацию проектов «Гончарная мастерская» и «Мастерская добра». Всего в этом учебном году стипендии ученого совета будут получать 10 студентов. Торжественное мероприятие завершилось выступлениями творческих коллективов филиала Оренбургского госуниверситета. А талантов здесь немало. Студия!